Здравствуйте, меня зовут Надя Стефанин. Сегодня я хочу нарисовать вот такую забавную, наивную картинку. Рисовать я буду акварелью. Наверное, это техника двойного мазка. На одной стороне кисточки у меня будет больше краски, на другой она будет более размытая. Вот здесь мне послужила вот такая вот салфетница. Я думаю, что, может быть, это техника гжель. Если кто-то знает, пожалуйста, напишите мне. Я буду рисовать вот на такой дощечке, которую я предварительно покрыла акриловой краской. Я думаю, что акварель будет сносно вести на этом акриле. В общем, попробуем. Я начала с домиков. Я уже разметила, где мне будут холмики. Домики я специально делаю немножко покошенными, такими старенькими. Мне кажется, это будет интереснее смотреться в этом случае. Крыша у меня будет другого цвета, поэтому крышу я пока оставляю. Нужно смотреть то, что у нас впереди. Нужно наметить сначала и нарисовать сначала, потому что иначе краска прозрачная, и то, что на заднем плане, будет просвечивать. Теперь начинаем рисовать крыши. Цвета у нас, естественно, все могут быть разными, какими хотим. Домики у нас, например, фиолетовые. Вот у нас не впитался акварель. Здесь нужно делать погуще акварель, если она не впитывается, но в то же время она будет тогда более ярче.
Она очень хорошо растушевалась. Это у нас будет корова такая стоять. Такая у нас получилась корова, но потом мы все это будем еще обводить черной линией тонкой, так что у нас будет немножко по-другому все. Ну, теперь осталось облака. Сиреневых немножечко облаков. Я говорю то, что добавим еще чуть-чуть сиреневых облачков, чтобы у нас она была еще более такая необыкновенная, как бы. Мне кажется, здесь нам еще нужно травку для коровы. Вот теперь наша картинка готова, и нам осталось все немножко обвести черной краской. Мне кажется, что это самая такая приятная в этой работе, так вот обводить все черной краской.
не очень требовательная. Я взяла другую кисточку, потому что, как вы, наверное, видели, эта кисточка у меня была не очень хорошей формы. Ну, вот такая вот у нас получилась картинка. Вот. Мне кажется, нужно еще вот здесь вот можно сделать какой-то узор голубой краской. Вот последний вариант, как она получилась. Так, по бокам я сделала такой орнамент. Вот. Мне кажется, симпатичная, такая смешная картинка получилась. Спасибо большое за просмотр. Записывайтесь на мой канал и на канал моей дочки Надя Стефанинс. Спасибо огромное. До свидания.